Привет, с вами Precious, и это мини-гайд на Сяо. Из навыков первым делом качайте атаку, за ней кьюшку и в последнюю очередь ешку. Лучшим оружием будет нефритовый коршун, а его достойная замена это посох Хомы. Из четверок прекрасные варианты это каменное копье хотя бы с двумя зарядами пассивки или смертельный бой. Также вы можете использовать копье послания ветров или черногорскую пику. А на более ранних уровнях берите копье Фавония или Белую кисть. Лучшим набором артефактов является киноварное загробье. Альтернативой этому сету будут хроники чертогов в пустыне. А до того, как соберете любой из них, комбинируйте между собой артефакты с анимауроном и с бонусом к силе атаки. В основных характеристиках в шапку ищите криты, в кубок анимаурон и атаку в часы. В нижних ваш приоритет это криты, атака процент и восстановление энергии. Всем спасибо за просмотр!